Всем доброго времени суток. Не усидел дома, да, я думаю, поеду куда-нибудь, что-нибудь побросаю. Приехал на мельницу опять. Тут просто подъезжаешь удобно, дорога более-менее нормальная. Сегодня морма и микро. Начну с мормышки. Потом, может, микрухой покидаю. Надежды на рыбалку как таковой нет. То есть погода вообще какая-то сволочная. Позатянула. Ну, может, налимы какие-нибудь примут, кто его знает. Так что будем пробовать, ну, не все же дома сидеть. Ну, а что получится, там уже в конце посмотрим. Что, пойдем рыбу ловить. Первые забросы. Взял пока мормышку с силикончиком от Алексея Ушакова. Этот джавастик двухцветный, который на прошлой рыбалке показывал. Сейчас посмотрим. Ну, говорю, особо как-то надежды у меня вообще никакой. И ни на что. Если хотя бы от ноля убегу, то это будет хорошо. Дождичек срывается, ветер, полная какая-то гадость. Ну, на первом заброс ничего не поймали, уже радует. Главное, чтобы еще на 101 хоть что-нибудь поймать. Может, микруха выручит, может, какой-нибудь щуренок вылезет где. Что-то как-то рыбки, ясное дело, никакой не видно, чтобы играла. Посмотрим сейчас. Вода прибыла, ну, вроде чистая. Подожди уже, скоро жабры вырастут. Сейчас, наверное, вся рыба по ямам стоит, что она, наверное, на плёсто не выйдет никто. Пробегусь по берегу, если что. Вверх туда схожу. Может, там кто живой есть. Такую погоду, конечно, опарыш может выручить живой. Что-то нет у меня с собой. Будем силиконом извращаться. Поставлю сейчас вот такую белую танту. Может, мормышечку посветлее надо. Пробуем. А вдруг? Ну, как-то играет. Издалека должно быть видно. Может, какой-нибудь окунярой соблазнится. Ну, хоть на дне, наверное, стоит. Надо микруху брать. Сейчас здесь покидаю, если ничего, пойду туда ближе к течению. Может, там хоть уклейки какие-нибудь озверевшие есть. А может, ясь? Что-то я ловлю тут каких-то ельцов красноперых. Может, это не елец вообще, а подъязки. Ух ты! Да неужели я кого-то поймал? Да офигеть! Да это шокунь! Ну ничего себе! Вот такой окушарик. Надо сфотать. А то, может, не поймаю больше ничего. Что, пусть красота он бежит. О, от нуля-то ушел уже. Оба-на! Я вообще крут. Значит, какой-то рыб тут шевелится. Ну, как-то это. Еле зажевывал. Ну,
Белая таточка от Алексея сработала. Не круха, сейчас все равно попробую пробить. Попробуем сейчас такую поставить, поближе к натуралке. Что у нас рыб скажет? Ну, блин, погода. Не надо, наверное, микрушечку, граммик полтора-два. По-любому рыба ко дну стоит, прижавшись. Ну, блин, вот лежит там какая-то фигня. Каждую рыбалку я за нее цепляюсь. Это мне боженька сам говорит, бери микруху. Оторвусь. Конечно. Блин, ладно. Возьму микрушку. Так, кого-то я еще изловил. О, тоже окунишка. Решил пока мормышек. Решил пока не брать микруху. Поставил шарнирный монтаж и коричневую танточку дюймовую. Вот окунишка еще один нарисовался. Ну, ближе ко дну. Все-таки у дна рыбка стоит. Микрухой будем щуканов соблазнять. Может, и крупничок здесь где-нибудь стоит. Но не хочет такой мелочью заморачиваться. Может, ему покрупнее надо приманочку-то. Проверим. Сейчас еще раз несколько закину. И возьму все-таки микрушку. И поставлю-ка, наверное, граммика 2, а то и 3. Ага, стукнул кто-то. И все, не... Ох ты, убежал. Так, ну что, жизнь налаживается, что ли? Мормушку ко дну уже опускаешь, вот там начинаются какие-то теребления. Сейчас тоже вот окунек какой-то был непонятный. А если удастся еще под морду ему попасть, должен схватить. Даже что-то ни одного стука не было. Поставил вибровормик от Атак, двухдюймовый. Кто не хочет? Ух ты! Почти на тот берег закинул. Ну, там сейчас щукан должен быть. О-о-о! Поймал, что ли, кого-то? Офигеть! Свалился. Окунь! Размером с насадку. На течении стоишь, что ли? Еще туда. Может, там кто покрупнее есть? Даже не понял, что кто-то попался, тащил. Ух ты! Что-то такое было. Кто-то интересовался. Пойду-ка дальше туда на камушки схожу. Что-то здесь совсем печально. Ну, тем не менее, почти три окуня поймал. Думал-то вообще с нулем.
Такую погоду только рыбу ловить, ага. Так, ну что, здесь покидать попробовать? Так, что, микрох сначала. Потом уже можно и помормышить. Поставил станту 1.6 от атак. Ну, блин, траву нацеплял. Попробую сейчас туда течению под глубину. О, сейчас на тот берег закинул. Хотят. Ага. О, кунера. Щучки нету, говоришь? Не-а. Ну, сегодня не было еще. А вчера? Вчера караси одни были. Я там на хомутинке ловил. Где? На хомутинке там. Такие клюют. Это ж проты. Крокозябра любят. Нарака крызефишевского. Ага. Как ты проворонил? Щук не хочет клевать. Поставил нимбл уже. Ух ты, это кто это такой тут деловой? Попытался рак сажать. Нимбл обычно в это время здорово выручает. Не хочет что-то. Ни щука, ни окунь нормально клевать. Такую погоду. Вся нормально. Рыба дома сидит. И нормальные рыбаки тоже. Попробуем мормышечку. Потому что скоро собираться, наверное, надо.
это время вроде мало, затянуто, все позатянуло. Темно. Ладно, что, будем домой собираться. Надеюсь, погода-то еще будет. Можно будет окунька и щучку половить. Хотя сегодня вроде погода-то самая щучья. У меня кроме джига нет ничего с собой. Может, на вуглерочке бы что-нибудь среагировало. Может, на вертушку, может, на колебалку. Ну ладно, что, все, не дома перед телевизором торчать. Сейчас еще раз несколько закину и домой. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Я маленько еще тут покидаю. А всем пока.